Представители школьного и студенческого самоуправления в эти выходные собрались на одной площадке, чтобы поделиться опытом. Презентация каждой команды доказала, что в школьном самоуправлении действительно работают творческие, креативные, энергичные личности. Участники программы выполняли задания, направленные на развитие лидерских качеств, работали на мастер-классах и интерактивных площадках. Главной целью мероприятия стал обмен опытом. Каждая из команд представила свою модель ученического самоуправления. Своим багажом знаний и навыками поделились и опытные управленцы из аграрно-экономического техникума. В основном это решение проблем техникума. Нам дают какие-нибудь определенные задачи, на которые мы, то есть провести опросы, анкетирование проводим. Агитация здорового образа жизни и прочее другое, которое поможет развитию техникума. Всего в конкурсе приняли участие 7 команд из Красного, Каруты и Наринмара. По итогам слета лучшими признали красновских управленцев. В планах активистов систематические встречи, сотрудничество с общественными организациями и волонтерскими объединениями.